Всем привет! Вы смотрите канал Анапа Курорт Инфо. Меня зовут Максим. Мы находимся с вами на улице Ленина, на пересечении улицы Ленина с улицей Шевченко. Сегодня мы с вами прогуляемся по улице Ленина от улицы Шевченко до начала улицы Ленина, до того места, где улица Ленина выходит на набережную и там, где она пересекается с проспектом Революции. В этой части улицы Ленина есть несколько уютных гостевых домов. Ссылки на них есть в описании под этим видео. Сегодня в Анапе 19 июля 2017 года. День достаточно жаркий. Температура воздуха днем доходила до плюс 33 градусов. Вот мы пересекаем улицу Новороссийскую. И идем дальше. Вот подходим мы к пересечению улицы Ленина с улицы Крымской. Вот улица Крымская. Ждем нужного сигнала светофора. И идем дальше по улице Ленина.
Сейчас пересекаем улицу Терскую. Вот улица Терская. Вот мы подошли к улице Протапова. Улица Протапова. В другую сторону. Вот с той стороны видно стела «Город воинской славы». С этой стороны памятник Ленину. И вот так, если идти, то это сквер имени Гудовича. Мороженое. Акция 5 шариков 50 рублей. Актуально. Точка с квасом. 1 литр 80 рублей. Квас староминской. Вот мы подошли к улице Крепостной. Вот в той стороне находится рынок на Крепостной, другое его название – Казачий рынок. Вот там находится Театральная площадь. А вот так, если пойдем, то мы пойдем в сторону Высокого берега и маяка, в сторону маяка. Вот на той стороне видны цветочные часы. Одна из достопримечательностей Анапы. Сейчас мы пересекаем улицу Кирова. Это улица Кирова. Одно из отделений Сбербанка в Анапе.
Мы начали, короче, слово за слово. Сейчас мы пересекаем улицу Калинина. Вот улица Калинина. Вот это санаторий Кубань. Сейчас в Анапе вечер, 17 часов 52 минуты. А сейчас мы будем искать улицу Пушкина. Вот улица Пушкина. Бизнес-центр «Престиж». Вот мы уже подходим к началу улицы Ленина. Вот в той стороне Анапский морской порт, направо выход на центральную набережную Анапы. Ну вот мы подходим к пересечению улицы Ленина с проспектом Революции. На этом обзор улицы Ленина на сегодня заканчивается. До новых встреч на канале Анапа Курорт.Инфо.